Привет всем на кухне для всех. У нас очередной выпуск с природы. И мы сегодня с вами будем готовить очень крутую альтернативу привычной для всех окрошки. У нас будет такой летний, мягенький, приятненький, холодный супчик. Давайте, как обычно, уже по сложившейся традиции, начнем просмотр нашего видео с нажатия пальцев вверх. Поставьте лайк, если вам, конечно, не сложно. Ну, а мы что первым делом? Первым делом мы берем огурчик, срезаем с него попки. Теперь мы берем овощечистку и снимаем с нашего огурца кожуру. Она нам не понадобится, нам нужна только мякушка. Ну, если у вас на природе с собой нету овощечистки, то вы можете это сделать просто ножиком. Теперь мы наш чищенный огурец нарезаем мелким кубиком. Теперь мы берем кастрюльку, в которой мы будем замешивать наш супчик, и отправляем сюда наш нарезанный огурец. Сразу посолим наш огурец, сразу поперчим. Возьмем ложечку и сразу перемешаем наш огурец, чтобы он пропитался солью и перчиком. Отодвигаем его в сторону и даем настояться минут 5-7. За это время мы возьмем ступку. Я уже порезал мелко чеснок, укроп и петрушку. Отправляем в ступку. Если у вас ступки нету, то можете просто нарезанное все это мелко отправить сразу к огурцу. Но я решил все это немножко перемолоть в ступке, чтобы наша зелень как можно больше дала ароматики, соку, перемешалась с чесноком, и чтобы получился максимально божественный вкус. Сейчас наша зелень с чесноком начнут выдавать сок и между собой очень хорошо перемешаются и пропитаются. Теперь мы берем нашу зелень, получившуюся, и отправляем к нашим огурцам. Аромат стоит просто нереальный. Прям вот чесночком был, зеленью запахло. Ну и теперь все это хорошо с огурчиками перемешиваем. Пока мы мяли зелень, смотрите, огурец сколько дал уже соку. Все, теперь это все хорошо перемешиваем. Пока наш огурец с зеленью, с чесноком пропитываются друг другом, мы возьмем грецкий орех и мелко его порубим на маленькие кусочки. Если у вас есть под рукой скалка, то вы можете просто грецкий орех положить на доску и чуть-чуть прокатать. Получится быстрее и практичнее. Но у нас скалки нету, поэтому мы берем ножичек и мелко нарезаем. Ну и, конечно же, мы порезанный орех отправляем к нашим огурчикам. Еще раз все хорошо так вот без фанатизма перемешаем. Теперь мы берем йогурт, можете использовать греческий, либо любой другой на свое усмотрение. Тот йогурт, который без всяких добавок, просто классический йогурт. И отправляем его к нашим огурчикам, орешкам, зелени и чесночку. Теперь нам нужно все хорошо-хорошо перемешать. Как вы можете обратить внимание, у нас такой достаточно густой, да, получается супчик, но не тут-то было. Мы берем минералочку, нашу любимую газированную, вкусненькую, ту, которую обожаем. Ой, хорошо. И разбавляем наш суп минералкой. Здесь количество регулируйте сами по густоте, как вам больше нравится.
И еще раз хорошо все перемешиваем. Ну и что, и пришло время накладывать наш супчик. Летний, такой аромат стоит нереальный просто. Зелень, чесночок, йогурт. Газировочка сейчас даст свежесть. Газики. Все как вы любите. По густоте смотрите сами. Я люблю, когда вот чуть-чуть так вот он погуще будет. Вот такая вот тарелочка получается. Вот, смотрите, какой получается чудесный супчик. Летний супчик в жару, холодненький. Если у вас будет холодный-холодный йогурт, холодная-холодная минералочка. Просто вот так вот. Шикарно. Про окрошку вы забудете хоть на какое-то время, я вас уверяю. Прям вот гарантирую. Окрошка. Давай, до свидания. Пробуйте такой супчик. Кому понравился мой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые вкусные видосики с природы. Они еще будут обязательно. Ну и до скорых вам встреч. Живите вкусно. И пусть у вас будет все сказочно. И послушайте, как поют эти птички. Пока-пока.